Да. Ну, расскажите, кто вы, что вы? Мы приехали из Москвы, мы издательство, продюсерский центр. Сдаем, продвигаем автора. А как называется или что? Александр Гриценко. Да, да. Александр Гриценко, это вы, наверное, да? Нет, вы знаете, я почти, я очень похож на пиджак такой же. Я, смотрите, приехал из Америки, из Новой Зеландии, из России, одновременно из трех стран. О май гад. Как, знаете, Познер, вот это вот он самый. Значит, мы представляем тут, в общем, в основном это, конечно, русские авторы из Москвы и Петербурга, я так понимаю. А центр Гриценко, он аккредитован при Московской городской организации «Союз писателей России». То есть это такая достаточно серьезная организация. И вот Александр, это его частная инициатива, вот он современных авторов как бы промоушен делает. Mm-hmm. Они уже были на выставке в Париже, во Франкфурте, в Лондоне, и сейчас вот в Нью-Йорке. Вот. Так что я вам для него сделал рекламу. Он мне за это небольшую скидку, наверное, я думаю, сделает. Дальше вот наш международный менеджер. Мы возим различных авторов по выставкам, уже было сказано. Добрались до Америки. Ага, ну как вам, это вы первый раз на этой выставке, да, я так понимаю? Первый раз на выставке. Да, ну вот ваше впечатление вообще, что здесь происходит, что это, сборище каких-то... Много. Третья выставка, вот франкфуртская была, конечно, огромная. Она занимала много павильонов, и вот лондонская практически такая же по объему была. Ну, каждая выставка хорошо, хорошо по-своему. Окей, а что здесь вам не понравилось на этой выставке? Вы знаете, вот по сравнению с Франкфуртом, я здесь еще не подписала. С Франкфуртом и Лондоном, знаете что, вот у немцев у них было порядка больше того, что было очень много закусочных именно для экзибиторс. Я вас сейчас отведу в закусочную бесплатную там на входе. Да. Пойдем вместе. Да, да, сейчас отведу вас. Пойдем. Еще. Вот это было плохое, что еще? Что здесь еще не понравилось? Ну, в принципе, все остальное нормально. Ну, там никто не кричал, там, я знаю, там, полицейские не гоняли. Порядка было, конечно, больше у немцев. Вот самый порядок, самый аккуратный, это немцы, Франкфуртер Бухмессе. Германии. Ага. А каких авторов привезли сюда, да, или что вы? У нас очень много авторов. А, давайте, знаете, давайте сейчас просто мы снимем про выставку, да, еще что-нибудь скажем. А что понравилось тогда здесь? Понравилась уже группная атмосфера. Американцы такие очень контактные люди, friendly, hospitable. А вы посоветовали бы еще вот, там, россиянам, украинцам приезжать, знаете, на выставку? Да. Стоит или нет вообще? Я думаю, стоит. Это огромный опыт. Именно вот в Европу всегда можно съездить. В Америку съездить нам тяжело. Это большая возможность именно посетить Нью-Йорк. А с кем вы, ну, вот вы нашли какие-то контакты вот здесь, вот третий день, да, правильно? Да, мы нашли некоторые контакты, это очень полезная выставка. Любая выставка, конечно. А как вы с ними общались? Они же там на... Выставка степ очень полезна. Как просто подходили, спрашивали, с кем можно поговорить. Они вот именно видят, что мы экзибиторы, всегда общаются. Покажите эту штучку. А? Ага, все. Штучка, вот. То есть, а проблемы языковые, то есть вы по-английски говорите, да, или как? А, то есть вы могли найти. Ну все, большое спасибо. Тогда попробуем еще, может, взять хотим интервью. Хотим еще, конечно, съездить, то и вот планирую в следующий год еще раз собрать авторов и съездить. В Америку нужно обязательно, именно в Америку, в Нью-Йорк. Мы еще не были на Брайтон-Бич, не купались, да, еще? Вчера мы были на Брайтон-Бич, магазин в Санкт-Петербург. Okay. Сегодня у нас будет презентация в магазине 21 на Манхэттене. Окей. Okay. Да. Зовут меня Галина Желанна. В Америку я попала благодаря своей книжке. Угу. «Созвучие души». Это стихи. Стихи целительные. То есть они повышают иммунитет. Значит, убирают депрессию. Это проверено год экспериментов на приборах. Люди читали, и что получилось? Ну, покажите там что-то. Откройте там кусочек серединки. А, там еще картинки есть, да? Да. Ага. Окей. А вы где-то, это вы в Москве издаетесь, да, или где? Да, я издавала в Москве. А давайте я посмотрю, как вас зовут. Галина Желанна. Как вы, вот вы 3 дня здесь на выставке, правильно? Да. А что вам здесь понравилось, что не понравилось? Вы знаете, понравилось, организация выставки понравилась на самом деле. А что не понравилось? Ну, не понравилось, я даже не могу сказать, что не понравилось. Я в восторге. Хорошо. Мне очень хорошо. То есть вы не жалеете, что приехали сюда? Нет, не жалею. Это моя первая книжка. А вообще, это первая поездка в Нью-Йорк у вас? Первый приезд в Соединенные Штаты. Да. А откуда вы, из какого города? Я из Москвы. Я ректор Института гармонии пространства и практической психологии, доктор психологии,
профессор. Ага. Окей, а где мы можем купить эту книжку, или как ее заказать можно, или как это? Можно заказать у меня, по моему адресу, я вышлю. И несколько экземпляров есть в Санкт-Петербурге, в магазине книжном на Брайтон-Бич. Ага. Ну все, спасибо большое. Значит, я welcome to New York, и думаю, что мы еще раз увидимся. С удовольствием. Все, спасибо большое.